Приветствую всех на своем канале, и сегодня я предлагаю сделать вот такие симпатичные бантики. В предыдущем видео я уже делала такой бантик, и мне очень понравились вот эти бусы внутри сеточки. Я решила сделать вот такие. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Сегодня я буду делать вот такой вот бантик, и закрепила я его на ленте. Я буду использовать репсовую ленту, ширина 4 сантиметра, и мне понадобятся отрезочки 4×23. Мне понадобится 2 отрезочка. Буду использовать я сеточку для бантика, и мне понадобится отрезок 23 сантиметра на 36 сантиметров. Для серединочки я буду использовать вот такие вот цветочки. Цветы я вырезала из кружевного полотна. Вот оно у меня. И буду использовать вот такие вот листики. Но листики можно использовать любые, какие у вас есть. Если кому интересно, пишите в комментариях, я покажу, как сплести такие листики. И мне понадобится небольшой отрезок ленты, на который я прикреплю, а также закреплю бантик. Такой бантик я уже делала в предыдущем видео. Украсила повязочку. И мне так понравился он, что я решила сделать бантик. Приступим. Отрезок сеточки, напоминаю, размера 23×36. Я сложила вдвое. И теперь складываю вот так на 3 отделения. Отделю ровненько. И нахожу серединочку. И серединочку заколю. Теперь отделяю верхний слой один и заполняю его бисером. С одной стороны и с другой. Примерно одинаковое количество. Переворачиваю на изнаночку и края свожу к середине примерно на сантиметр заходя, чтобы бантик получился 9,5–10 сантиметров. И со второй стороны делаю то же самое. Теперь беру иголочку с ниточкой и прошиваю, делаю 8 проколов.
и затягиваю бантик. Вот у нас получился бантик. Отрезки лент 4 на 23, один я уже сшила, сошьем второй, соберем из них бантик, намечаем серединочку, сводим края к серединочке и прошиваем. Стягиваем два бантика вместе. И закрепляем ниточку. Расправляем бантик и сверху прикрепим бантик из сеточки. Я соединила свои листики, и к низу я прикреплю ленту. И также прикреплю листики. Теперь отрезочком ленты прикреплю все. Можно отрезать проволочку, она все равно здесь не нужна. Серединочка у меня состоит из 3 цветочков. 2 я уже подготовила и 1 сделаем. Я взяла бусину и продела через проволочку. Беру 2 отрезочка, 2 цветочка и продеваю проволочку через них на расстояние. Беру держатель, продеваю через серединочку. Беру бисеринку, подвожу ее под основание
прокручиваю. Бисеринка лопнула, извините. И прокручиваю. И немного цветок распушу, два слоя. И теперь скреплю три цветочка вместе и подклею их на фетровую основу. Я подклеила цветочки на фетровую основу. И теперь можно их приклеить. Они будут хорошо держаться. Цветочки можно расправить. И мои бантики готовы. Надеюсь, мое видео сегодня вам понравилось, и вы узнали что-то новое. Творческих вам успехов! И до новых встреч. Пока-пока.